здрасте. А я к тебе. А что ты все один да один? Я это... Тебя к себе пригласить. Мы у нас отвальная, и это... Переезд отмечаем. Я понял. Ну, мне некогда сейчас. Я рукопись отца правлю, правда? Да ну что ты? Ну, посидишь полчасика. И это, придешь на работу. Нет, ну... У меня там племянница приехала. Симпатичная. И не замужем. Я понял. Ну, правда, в другой раз. Что, погоди, у тебя что, пати, что ли, завела? А с кем любовь крутишь? Ну, давайте, правда, в другой раз. Из-за острова на стреже. Женя, у тебя? Жень! У тебя что-то тоже телефон отключен. Вы что, издеваетесь? Сговорились тут, что ли? Что случилось, Леша? Она от меня ушла. Представляешь, бросила. Просто написала СМС. Представляешь? Что там было на даче? Я не знаю, раньше уехала. У меня дела были. А где она может быть? Я не знаю. У матери я смотрел. В Калугу. У нее там сестра, вроде она говорила. Слушай, может, попробуешь как-то с ней связаться, а? Поговори с ней, скажи, что я ее люблю, что все как прежде, а? Мало любви одной, Леша. Ну ты не в себе, мы 10 лет вместе прожили. Ты думаешь, легко с таким, как ты, 10 лет прожить? Измотаешь, тебе будет лучше? Ну, что случилось? Ну, какая трагедия? То, что у тебя с Олегом ничего не будет, так это было сразу понятно. Ты с ним обжигалась не раз. Ну, обжигалась же, ну, значит, твое. А если твои подруги с ним повезут, ну, так надо порадоваться за него. Вот и все дела. А мужика-то где нормального найти? Да найдем мы тебе мужика. Классно. Ладно, была бы страшно, а то ведь красавица же. Ну, красавица. Но есть у меня тут один знакомый. Ты не сестр, не женатый. Давай познакомлю. Нет, спасибо. Ты знаешь, ты сестр недостаточно. Ну, не хотите, как хотите. Ну, давай, может, придумаешь? Звони. Я тебя с ним сведу так, знаешь, ненавязчиво.
простите. Добрый день. Вы Элен? Да. А вы, наверное, от Послачева. Он мне звонил, сказал, что вы приедете с сюрпризом. Точно. А вот и он. Картина. Я могу уже, по-моему, целую выставку организовать его работу. Вот. Ну как? Оно у вас вверх ногами. Я, конечно, в этом вопросе очень субъективен. Но мне кажется, ваши дети, через много лет продав эту картину, станут очень богатыми людьми. У меня нет детей, поэтому продавать ее будет некому. Спасибо вам большое. Эдуард Васильевич еще раз настоятельно просил вас приехать и попозировать для портрета. Вы знаете адрес мастерской? Конечно, я знаю адрес. Наша компания делала ему эту мастерскую. Спасибо. Да, и передайте Эдуарду Васильевичу, что я обязательно заеду. Ну вот, теперь ты никуда больше со мной не поедешь. Ты из-за ссадины, что ли? Ну, из-за щеки тоже. В офисе увидят, не солидно же как-то. Просто ерунда какая. Я так давно ссадин не получал, что мне даже полезно. Главное, я же тебя обогнал. 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 Нет, ты молодец. Правда, герой. Слушай, а я кресло новое заказала. Доставка через пару дней будет, но у них только до подъезда. Ну что, я тебе кресло не затащу, что ли? Да? Ну, с рукой ты теперь не понятно. Да ладно, все нормально. Ну, а в рабочее время, если? Ну, тогда по-быстрому мотанемся к тебе, потом обратно на работу. Спасибо. Ну что, давай чай пить? А, да, давай. Да. Сиди. На кухне же, я найду все. Ну да. Сейчас. Вадик, я еще у тебя давно хотела спросить. Я, конечно, понимаю, что это не мое дело. Чего замолчала? Спрашивай. А правда вот у нас в офисе говорят, что ты в Елену Константиновну влюблен? Это в прошлом. Доктор, я очень хочу ребенка, но мне не от кого родить. Да что вы так волнуетесь? На этот случай у нас есть донорские программы. Ну, я не знаю, донорские программы, честно говоря, мне страшно на это пойти. Ну, как я буду жить всю жизнь и не знать, от кого ребенок? А если он не будет на меня похож? Ну, что вы? Это испытанный метод. Он используется довольно часто. А потом доноров их тщательно отбирают. Это здоровые, привлекательные мужчины. Да? Ну, хорошо. Ну, мне еще нужно время подумать. Эдик. Алло. Привет. Элен, я так рад тебя слышать. Я могу сегодня заехать? Ну, конечно. Буду ждать с нетерпением. Приезжай вечером.
Ну как? Совсем ничего не получается? Знаешь, Славка, и как ты только уловил стиль отца, я понять не могу. Стиль отца? То есть что-то получается? Да нет, нет, не что-то. А очень даже получается. Вот, иди сюда. Вот в этой части ты перепечатал все слова отца. А в следующей написал свое. И переход практически не заметен. Правда? Что ты сомневаешься? Что ты все время сомневаешься? Это у вас что, фамильное такое? Главное другое. Главное, чтобы вот эти переходы между твоим текстом и отцовским, чтобы их вообще не было. Понимаешь? Понимаю. Я постараюсь. Да, да. Ты постарайся, постарайся. И я прошу тебя, ну перестань ты комплексовать. Ты полноправный соавтор отца, понимаешь? У тебя карт-бланш. А главное, Слава, у тебя есть время. Время. Я смотрю, в основном абстрактный стиль, а я не очень люблю абстракцию. Сегодня он очень популярен, мои картины любят, их покупают. Всегда было интересно, почему ты так хотела нарисовать мой портрет. Знаешь, Лен, в твоих глазах такая тайна, я ее попробую разгадать. А ну, я надеюсь, что мой портрет не будет? Не волнуйся. С треугольным носом и... Мы сделаем тебе классический портрет. Я смотрю, ты подготовился. За нашу встречу. Выпьем. Свои ошибки. Николаев, ну ты такой нудный. Ты не спросишь, как у меня дела, как я дошла, как я доехала. Раздевайся, проходи. Ну, мясо по-французски я, конечно, тебе не приготовлю. Но у меня есть кое-что получше. Mm-hmm. Да, у меня есть фирменное блюдо. Яичница с помидорами. Mm-hmm. И знаешь, что туда входит? Лук. Добавляем сыр, помидоры, там чего-то еще перец, как в пицце, только без теста. Тебе очень понравится. Ты кому звонишь? Звонишь, Юлечка, звонишь. Угу. Я звоню в ресторан. Хочу, чтобы привезли нормального мяса, картошечки, соленых огурцов. Ну, а подожди, ну, а как же мое фирменное блюдо? А это ты завтра утром пожаришь. Себе. Сколько мне так сидеть? Ну, потерпи немного. Ты знаешь, не могу я так сидеть. Мне неудобно. Устал. Давай передохнем. Все заперто. Да?
Я тебя сделаю великой. Послушай, давай не будем. Я что-то как-то, мне кажется, вообще зря пришла. Элен, я прошу. Пусти. Здесь очень хорошо. Будь мне неудобно, правда. Знаешь, я передумала. Все, пусти меня, пожалуйста. Так как же все это мерзко. Вот я дура. Лучше бы я донор родила даже. Господи, да где же мои руки-то нормальные? А я тоже идиотка, о чем думала вообще? Решили выбрать ЭКО. Тогда, доктор, скажите мне, может быть, как это проходит и что от меня нужно? Процедура занимает один цикл. Вам необходимо будет колоть препараты, которые я выпишу, и периодически приходить на УЗИ. Через какое-то время мы возьмем у вас яйцеклетку и оплодотворим ее. Рассчитывайте полдня провести у нас в клинике. И все? Ну, да. Через некоторое время вам пересадят эмбрион. Ага. Да, конечно же, на этот период хорошо бы взять отпуск. Если же не получится, мы вам можем выписать больничный. Доктор, для меня сейчас самое важное – это ребенок. Я поняла. Говорите, вас записать на какое число? Подождите. Подождите. Давайте с вами сделаем так. Я сначала договорюсь на работе. Я обязательно дам вам знать. Хорошо? Спасибо, доктор, большое за консультацию. До свидания. Хорошо. Я буду ждать вашего звонка. Алло. Алло, Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав. Лен, я сегодня был у вас в офисе, хотел написать заявление о том, что я переезжать не буду. Вас не застал. Я поняла, вы категорически решили остаться на работе. Да, но я заезжал не для этого. Я сделал потрясающее открытие. Это касается рукописи моего отца. А вы, как поклонница его творчества, точнее, даже не поклонница, вы как знаток его творчества. В общем, знаете, я хотел бы, чтобы вы почитали его рукопись. Если это необходимо, конечно. Спасибо. А вы могли бы приехать сегодня ко мне домой? Если вам неудобно, я могу привезти рукопись, куда вы скажете. Хорошо, я смогу подъехать к вам после работы. Отлично. Я буду ждать вас. До вечера. До свидания, Станислав. Андрей Юрьевич, может, кофейку? Да, давайте. Привет. Как дела? Привет. Неплохо. У тебя, смотрю, тоже хорошо. Ты думал, я буду страдать и переживать? А зачем же тогда мне что-то про любовь рассказывать? Сцену устраивать? Проверяла тебя, Андрюшенька. А ты к нам какими судьбами? По поводу квартиры? Да. Не видать тебе этой квартиры, Андрюшенька. Это почему? Да так. Просто так. Согласен. Оставалось подписать только договор. Ну,
к сожалению, Андрей Юрьевич, не все в этой жизни зависит от нас. Да, клиент передумал. Буквально недавно подписал заявление об отказе продажи квартиры. Да вы не волнуйтесь, я уже подобрала вам похожие варианты. И все на Арбате. Вот, вот, посмотрите. Послушайте, я ничего смотреть не буду. Я дал вам ясно понять, что я хочу поселиться именно в этом доме. А если рядышком? И доплачивать вам абсолютно ничего не придется. Посмотрите, посмотрите. Вы голову-то мне не морочите. Я эту квартиру жду уже полгода. Двое владельцев согласилось? А может, вы сами попробуйте уговорить этого Ростовцева? У нас некоторые пытались и не смогли. Так, хорошо. А что вы будете делать с остальными двумя квартирами? Выставим на продажу. По отдельности. Ведь они уже на балансе нашей компании. По отдельности, да? Значит так, вы пока ничего не выставляете. Я сам попытаюсь с ним поговорить. Может быть, уговорю. Ну, две недельки хотя бы у меня есть. Конечно. Конечно, конечно, конечно. Две недели у вас есть. Спасибо. Я пойду его успокою. Можно вас на минутку? В принципе, у меня есть ребята, которые могут с ним поговорить. С кем? С Ростовцевым? Ну да. Думаешь, на него можно надавить? Да, конечно. Он такой фраерок, сразу сломается. Сколько будет стоить? По три ребятам и две мне в евро. Хорошо, я согласен. Так, ребят надежные? Да не боись, ребят проверенные. Ладно, как сделают, я заплачу. Стоп, стоп, стоп. Сначала аванс половину, ну а вторую половину, как мы все сделаем. Договорились? Идет. Марья Евгеньевна, мне срочно нужно в отпуск. На неделю. А что такое? У меня личные обстоятельства. Всем нужно. А у нас миллион нерешенных проблем. Ну, вы же вроде утвердили Хвойный. Я утвердила рекламу Хвойного. А продажи пока идут туго. И ты об этом знаешь. А заниматься ими тебе. Марья Евгеньевна, пожалуйста, за свой счет. Мне нужно на неделю. Ладно. Реши проблему с Хвойным и катись на все четыре стороны. Спасибо большое, Мария. В конце месяца. Марья Евгеньевна, пожалуйста, мне нужно сейчас. Лена, я все сказала. А если я больна? Неси справку. Хорошо, я принесу справку. И учти, желающих на твое место много. И все здоровые. Слав, а чего у тебя дверь открыта? О-о-о. Ты чего, попировать решил напоследок, да? Да нет, просто продукты купил. Я ведь остаюсь. Как? Ты что, не подписал договор? Нет, отказался. Слушай, а там новая же трешка. А тут ремонт за маешь сидел. Да, знаю. Но мне здесь как-то без ремонта хорошо. А может, ты из-за слов отца? Что ему там не понравилось? Из-за них тоже. А потом от меня его роман ждут. Как можно скорее, а с переездом все затянется, эти проблемы, хлопоты, да? Понимаю. А мы вот отчаливаем. Да. Ну что ж, в гости заезжайте. Обязательно заеду. Я ж всю жизнь на Арбате прожил. Да. А там надо по новой привыкать, новые соседи. Ну ничего, привыкните. Я вон в Америке и то привык. Молодым всегда легче. Согласен. Ладно, счастливого пути. Только поливай.
Ну что, накрылась сделка на Арбате? Про что? Про квартиру Николаева, что ли? Ну да. Ну почему не накрылась? Съедет этот ростовцев, никуда он не денется. Думаешь? Я уверен. Лен, прости меня. Ты же ведь сама от него ушла. Олег говорит, что любит меня. Я за ним в Новосибирск. Да я куда угодно готова за ним поехать. А к мужу я больше не вернусь. У меня за 10 лет ничего подобного никогда не было. Олег бабник. Что ты будешь делать, если он тебя бросит? Пусть бросит. Послушай, возвращайся к Лёше. Он тебя любит, он простит. Нет. Не надо мне его прощения. А если Олег меня бросит, я уеду к двоюродной сестре в Калугу. А к мужу я все равно не вернусь. Хорошо, Жень, как знаешь. Лен, прости меня. Ну ты сильная, ты справишься. Ты красавица, ты... Ты можешь захомутать любого мужика, которого захочешь, а я пропаду без Олега, понимаешь? Я... Прекрати истерику. Ты слышишь, что я тебе говорю? Прекрати истерику. Тебе тошно смотреть. Что, давай я тебя отвезу куда-нибудь. Так, ты где сейчас живешь? Ты где живешь сейчас? У Олега? Телефон на всякий случай. Да, в подъезде у него консьержа нету. Он часто выходит на улицу по вечерам. Ну, слоняется по центру. Типа гуляет. Бабки принес? Бабки? Конечно, принес. Здесь половина. Ну, а вторая после. Ну и как договаривались? Чисто пугнуть. Обязательно сказать про квартиру. Ну и не перегните там палку. Это уж как получится. Очень рад, что у вас получилось прийти. Что-то с настроением? Нет, все отлично. Точно? Да. Вы знаете, мне кажется, я понял, почему отец хотел, чтобы именно я закончил этот роман. Почему? Вот получается, что это история моего детства, моей юности и, конечно, история страны, перестройки. В общем,
всех событий, в центре которых я оказался, будучи подростком. Я Славка Ростовцев. Ну, получается, я главный персонаж. Имя, конечно, изменено. А столько всего, о чем я помню. Ну, не знаю, например, как отец сажал картошку вот здесь, недалеко. Буквально 5 минут ходьбы от Арбата. Сложное время было. Ему нужно было как-то меня кормить. Мы с ним жили вдвоем, без матери. Или как я убежал на баррикады, а он повсюду меня искал, волновался, бегал. Одним словом, все потрясения страны моими глазами. А вот скажите, а как отец заканчивает роман? Просто обычно во всех его романах он перекидывает мостик с прошлого в настоящее. Но здесь у него концовка пока только в набросках. Угу. Есть общий итог. Итог в том, что конец эпохи оказался, увы, не таким, как видели его романтики тех лет. Знаете, как в 17-м году. Я так понимаю, что роман придется заканчивать вам. Да, мне нужно скомпоновать все эти наброски и сделать из этого общий финал. Я рассчитываю на вашу помощь. Мою? Ну да. А почему нет? Вы же заканчивали журфак. Ну, вообще-то я не журналист. Я просто всегда хотела учиться на филфаке. Подожди, а в итоге что закончили? В итоге я закончила физкультурный. Правда, это парадокс. Да. Так получается, что вы спортсменка, комсомолка, красавица? Да ладно вам. Почему вы так? Вы мне не верите? Лен, я в Америке за 13 лет ни разу не встречал такой красивой девушки, как вы. Вы мне очень нравитесь. Вот это вам. Как мило. Спасибо большое. Станислав, мне пора. Сегодня, с точки зрения работы над романом, вы мне открыли глаза на многие вещи. Спасибо вам. Правда? Я рада. Скажите, а вы не хотели бы поработать со мной консультантом? Я мог бы поговорить с редактором на эту тему. Спасибо, но у меня уже есть работа. Но я всегда рада вам помочь, если вам будет нужно. Спасибо. И вам спасибо за чудесный вечер. Да, вечер сегодня, правда, чудесный. Ну, идемте, провожу вас к машине. Спасибо. Спасибо. Если что, я вас позову. Моя фамилия Фролов, я из Следственного комитета. У меня буквально к вам пару вопросов. Те, кто на вас напали, они вас ограбили? Нет, они ничего не взяли. Где Станислав? А, его увезли в другую больницу. Возможно, предстоит операция. Значит, если это не ограбление, то какой-то личный мотив, да? Наверное.
А вы знаете того, кто на вас напал? Или на вашего друга? Я не знаю, у меня врагов нет. Ну, подумать-то можно. Версия. Ну, вы подумайте, подумайте. У нас время есть. Из квартиры не съедешь. Мы все убьем, понял? Может быть, из-за квартиры Станислава? Так, из-за квартиры, да? А почему так решили? Один из бандитов как-то и убил. Сказал, что если он не съедет, его убьют. Ага. Так, значит, из-за квартиры. Приметы нападавших. Запомнили? Я же уже сказала полицейскому, что я не помню. Но все-таки. Хотя подождите. Что-что-что? Который бил меня, у него на руке где-то... Где-то вот здесь. Перстень? Нет. Кольцо? Татуировка. Какая? Крест. Готический? Православный? Готический крест и цепочка. Ага. Хорошо. Хорошо, спасибо вам. Будем проверять вашу информацию. Выздоравливайте. Здорово. Привет. Здорово. Ну как все прошло? Все чисто. Прав, там девка была какая-то. Какая девка? А я понятия не имею. Увязалась за клиентом, и все. И что? Да все нормально, девятка. Успокоили мы этого фраера и девку. Так, слегка. Варочки. Зачем девку трогать? Слышь, девятка, не гони волну. Мы все сделали. Я-то не гоню волну. Мне перед клиентом отчитываться надо. Ты бабки принес? Бабки. Девка вас точно не опознает? Да там темно было. Да и не в том она состоянии сейчас, чтобы портреты рисовать. Спасибо, что подвез. Да это тебе спасибо. А мне за что? За то, что... Что я с тобой становлюсь совсем другим человеком. Ну, ладно. Ты про кресло помнишь? Кресло? А, конечно, помню. Ну вот, сегодня его привезут в 5 часов. Ну вот вместе и поедем, я за тобой зайду где-нибудь 4:30. Здорово. Алло. Мария Евгеньевна. Это Лена. Я в больнице. Вадик, слышал новость? Нет. Что-то случилось? На Лену напали, она в больнице. На Лену напали?
В какой больнице? 102-й. Ты к ней? Да. Катя, ты знаешь, что Лена в больнице? Да. Так что кресло отменяется, извини. А как же я его сама дотащу? Ну, доплати грузчикам, они тебе поднимут. Вот, возьми.